Генерал Маис Бархударов взят в плен армией обороны Арцаха. Генерал-майор вооруженных сил Азербайджана Маис Бархударов был ранен и попал в плен. Как передает Армянпресс, об этом сообщает азербайджанский сайт Jenbaskurtlar. Дополнение. Как сообщает Армянпресс, после появления информации на азербайджанском сайте, это на пресс-конференции прокомментировал представитель Минобороны Республики Армения Арцерун Аванесян. На данный момент могу сказать, что на нашей стороне нет раненых, взятых в плен. На нашей стороне много трупов азербайджанских военнослужащих, я не могу окончательно это ни опровергнуть, ни подтвердить.